Рустами Эмамали начал продвигать Новый год как один из величайших праздников в Таджикистане. Итак, уже последние два года новоиспеченный столичный городоначальник Рустами Мамали продвигает Новый год как особенный праздник для таджикистанцев. Примером тому является установка главной елки в Душанбе за 20 дней до 31 декабря. Кроме того, если высота елки в прошлом году составляла 25 метров, то в этом году она составила 28 метров и оказалась украшена 12 тысячами игрушек. Также на главной площади в Душанбе 31 декабря пройдет концерт с участием таджикских певцов. Примечательно, что все мероприятия, связанные с этим праздником, проводятся по личному поручению Рустами и Мамали. Напомним, что данный праздник до прихода Рустама на этот пост не получал такого внимания. Например, при предыдущем мэре Махмад Саиде Убайдуллоеве елку устанавливали лишь за 3-4 дня до 31 декабря и разбирали уже на следующий день. Кроме того, никогда и нигде раньше в истории Таджикистана не устанавливали столь высокую елку и так пышно не праздновали данный праздник. Следует заметить, что по мнению исламских правоведов, данный праздник строго противоречит религии, истории и культуре таджикского народа. Об этом даже говорил в 2011 году в интервью BBC муфти Таджикистана Саид Мукарам абдул -Кадир Зада. Тогда он призвал таджикистанцев отказаться от празднования Нового года и сообщил, что новогодний праздник противоречит канонам ислама и не соответствует национальным традициям таджиков. В то же время, в текущем году перед мусульманским праздником Иди-Курбон, таджикские власти запретили накрывать стол размером более 1 метра по длине и ширине. Нарушителям грозили крупным штрафом.